Спешу вам сообщить новости от Лэнса. В понедельник была проведена операция. Наш замечательный хирург Сергей Александрович Барков собрал лапку из кусочков. Операция была длительная и очень сложная. А Лэнс, наш крошечка, малыш, он такой малюсенький, героически перенес ее. Так что смотрите, как это было. Так вот Лэнсик уже кушает стоя после операции.